друзья, друзья, друзья. Ну, я же предлагаю поговорить про демократию. Да, это, кстати, интересная тема. Потому что Владимир Лукин сегодня предложил включить фальсификации на выборах в понятие экстремизм. Экстремизма. Заявление громкое, но когда в него начинаешь вдумываться, то понимаешь, что оно, возможно, необходимое. Заявление? Ты знаешь, нет, насчет необходимости заявления Лукина я так сказать, не буду ничего комментировать. Угу. Вот. Но вот по поводу демократии, мне кажется, вот эта штуковина давно назрела. Сколько я вас умоляю поговорить об этом? И, наконец, вот с кем? С родителями, с близкими, с друзьями. В Фейсбуке написать пост. Да хотя бы друг с другом для начала. Так, а потом как круги по воде пойдет. Так. Нет, у меня вообще есть, так сказать, по поводу демократии, у меня есть большая, ну, ёж, претензия. Большое сомнение. У меня есть большое сомнение, что демократия это единственное. Потому что, ну, вообще, как говорят в приличных домах? Проходите, садитесь. Руки мыть будете? Нет, наоборот, вы кому? Нет, я имею в виду в широком смысле. Так. В государственном смысле. Так сказать, понятно, что если ты, так сказать, вдруг что-то говоришь, что ты не приверженец демократии, а что-то другого, ты маргинал, или кретин, угу. Или еще кто-то, или просто не выговариваешь там какое-нибудь слово. Левый. Демократия, собственно. Демократия. Вот. Но мне такая, что как раз нынешняя схема наша демократическая, прямой демократии, она как раз весьма-то по своей сути ущербная. Более, если не сказать, порочно. Что такое прямая демократия? Когда все граждане просто по умолчанию, да? Наделяются. Имманентно, как мы любим говорить. Да. Они не просто наделяются, они им наделены по праву рождения. Все наделены в равной степени. Подожди, это прямая демократия. Как ты говоришь, что она, это сейчас форма, она какая? Прямая форма демократии. Она ущербна, если сказать, порочна. Тогда нужно понять, почему она ущербна. Тогда нужно понять, кто приходит на выборы. Потому что, я тебе объясню, потому что ущербна по нескольким причинам. Да, тут важно говорить, что кроме прямой демократии, есть еще один вариант, тоже, в общем, демократии. Это демократия цензовая. Понимаете, ну, поясняй. Да? Когда избирательным правом наделена некая группа граждан по тому или иному принципу, то есть цензу. Угу. Понятно, что и вообще издревле, естественно, демократия-то всегда была цензовая. И был очень, очень узкий круг, так сказать, граждан, которые влияли на и принимали или могли влиять на принятие ответственных политических решений. Ну да, я помню, в Древней Италии или Греции было, если ты можешь держать оружие, ты имеешь право голоса. Не можешь если держать оружие. В Древнем Риме, если ты стоишь в легионе, у тебя есть меч, именно ты принимаешь, и в это была логика безупречная. Потому что у тебя есть ответственность перед государством. Нет, если ты готов защищать свое государство и те принципы, за которые голосуешь с оружием в руках, значит, да, дружище. Абсолютно. Наверное, ты к ним относишься серьезнее, чем кто бы ты ни был. Сейчас у нас тоже есть некий ценз. Ну, или не ценз, а я не знаю, как это назвать. Ну, скорее ценз. Ну, возрастной, например. Ну, скажем, до 18 лет люди не имеют права голосовать, да? А он у нас... Да, но после 94-х имеют. Он в одну сторону у нас. С одной стороны у нас отсекается, значит, люди... А у меня есть большое сомнение, что там... Нет, я бы тоже не доверил судьбу своей страны, 4-летней дочке своей. Ну, когда она была 4-летняя. А 102-летней бабушке? Тоже, нет, возможно, у нее больше оснований. Опыт и все такое, сын ошибок трудно. У нее также есть. Но и цели у нее другие немножко. Да, но на самом деле, это правда, это удивительно странно, что есть такой ценз. Так вот. Мне кажется, что есть смысл поговорить. Я полагаю, что мы даже нашей беседой не очень, так сказать, изменим нынешнюю ситуацию. Но то, что эти разговоры должны вестись, и то, что они уже ведутся, угу. И, к счастью, так сказать, крупные аналитики заметные тоже об этом говорят, о цензовости, демократии всякой, мне кажется, это совершенно очевидно. Но мы не сможем никуда от этого деться. Ну хорошо, потому что хорошо. Большая часть людей, как правильно заметил, по-моему, это Достоевский еще с кем-то размышлял, разговаривал, по крайней мере, это так-то описано в чьих-то воспоминаниях, что, мол, он попросил растолковать, не то, что растолковать, а с кем вступил в дискуссию относительно демократии. И у него был очень простой довод, очень простой аргумент. Он тросточкой ткнул там на какого-то, на четвереньках идущего из трактира молодого человека, который еще это самое, подташнивал на ходу в бок. Он говорит, то есть вот у этого, значит, цель юноша и у меня, так сказать, в вашей логике, будут равные права влиять на жизнь нашей страны, так? Угу. И тот запальчиво, значит, видимо, студент, так, скорее всего, народоволец, да, сказал он. Потому что мы же, ну и так далее. Все, на этом достаточно. Нет, скорее всего, цензовая демократия, и я думаю, что если вдуматься и отбросить всякие гуманистические и либеральные ценности, и признать это, что цензовая демократия, она действительно более эффективная для развития страны, чем прямая демократия. Ну вот, другое дело, кстати, это вопрос. Здесь вопрос о критериях ценза. Да. Вот. Нет, ну, кстати, сразу возникает, естественно. Первое, что напрашивается, да, это значит, ну, два варианта. Либо у меня, по крайней мере, либо имущественный, либо образовательный.
Ну, то есть можно предположить, что люди, которые в этой жизни чего-то... В Спарте древний был еще, так сказать, физиологический ценз. Ну, помните тогда? Страшных мальчиков. Нет, но их-то важно было, потому что им для выживания, собственно, Спарты как таковой необходимо было пополняться постоянно сильным... А у нас, соответственно, либо имущественные, потому что тебе... Априори есть что терять, ты в этой стране живешь, хочешь не развиваться и чего-то уже достиг, и, собственно, будущее там ближайшее и в перспективе тебя волнует сильно. Ну а образовательный, просто ты в силу своего ума, интеллекта и развитости онного, ну, можешь делать некие выводы, предположения. Если предположить, что ты свой интеллект направишь, скажем, Владимир Ильич Ульянов-Ленин, человеком был явно незаурядного интеллекта. Однако, вот есть такая теория, что в силу, так сказать, детской обиды за казнь брата, все свои силы своего интеллекта направил только на одно, на то, чтобы разрушить ненавистную страну. По крайней мере, в том виде, в котором она была ему известна. Угу. Интеллект был высокий, и по всем, так сказать, признакам он бы, так сказать, справедливо получил бы эту возможность, да? От чего мы бы все не выиграли. Угу. Ну, предполагаем, просто таких людей может быть какое-то количество. Это первое. Второе. Что касается имущественного ценза. Даже сейчас мы можем видеть на примере, как бы, понятно, что это имитация прямой демократии, демократической процедуры в Штатах, ведь, если по-честному, понятно, что большая часть народа населения на ответственные политические решения никакого влияния не имеет. А оно имеет большое влияние, так сказать, на местное самоуправление. Что и заменяет ему представление о демократии. И у всех ощущение действительно дикой свободы, там очень эффективной бюрократии и всего прочего. Да? Но на самом деле, кто реально имеет власть, кто реально занимается, так сказать, серьезными делами, это лоббисты. Uh-huh. Это представители большого серьезного бизнеса. Uh-huh. И у нас нет с вами твердой уверенности и веры в то, что лоббисты, представители крупного бизнеса, всегда будут лоббировать свои интересы ради интересов страны или в ущерб себе. Подожди. Поэтому бабки будут порой вытеснять интересы страны. Это видно на табачной лобби, вот, пожалуйста. Нет, давайте исходить из того, что вы придумали некую такую более совершенную систему демократии. Извини, я просто предлагаю, что подумать, что я идиот. Да. Я к тому, что дело не в лоббистах. Дело в том, что просто как только, так сказать, есть прямая зависимость политики, принятия серьезных политических решений и бабок, вот в этом тоже есть какое-то несовершенство. Я пока не могу понять, какое, но какое-то есть. Решение смещаются либо в одну, либо в другую сторону, в зависимости от интересов обладателей вот этих самых больших бабок. Не, просто вопрос, окей, вот ввели мы некий имущественный ценз, допустим. Где-то вот там наметили, не знаю, эту черту, ну вот за которую у человека есть право голоса, или этого права голоса нету. Или сделали прогрессивную шкалу, и там Толя, как человек, там зарабатывающий столько-то, у него там голос весит 3, там мой 2. Тебя тоже с собой возьмем, и Илюхин тоже 2. Да, допустим. Вот где гарантия того, что ты будешь действовать... Приличный человек. Нет, это вот... Ну, нет, это не гарантия. Это, кстати, это первый вопрос. А второе, что ты не будешь действовать вот в угоду и в интересах вот этого, ну, достаточно узкого класса, ну, небольшого. Ну, который наделен правом голоса. Естественно, будет действовать в интересах угоду этого класса. А подожди, ну, большую часть страны составляют люди, которые, получается, там не прошли этот ценз. Или, подожди, ну там... если вдруг такая будет логика действовать, что вот этому узкому, как ты выражаешься, классу, будет по какой-то причине, это мы обсудим по какой, mm-hmm. возможно, из-за того, что они невыездные, возможно, этот ценз должен быть сочетаться с отъемом паспорта за гран, может быть. Так вот, если мы будем полагать, что этим людям будет страшно выгодно развивать свою страну, потому что у них просто нет другого шанса, возможности и перспективы жить где бы то ни было, значит, эти толстосумы будут вынуждены развивать свою страну, будут вынуждены строить здесь все, чтобы она была лучше. Поэтому, значит, я вот не могу даже примерно придумать себе причины, по которым этим людям должно быть прям смертельно и жизненно, вернее, жизненно необходимо делать все только на благо народа. Сказал, если они будут невыездные. Если невыездные? Если они будут невыездные, то они вынуждены будут строить эту страну. А где хранится паспорта? Будут все эти. Если где будут хранить паспорта? Нет, это будут специальные паспорта. Это специально невыездные паспорта. Нет. Это выборщики. Почему человек может не захотеть или не смочь выехать из страны? На самом деле варианта только два. И мы сейчас второй разберем подробнее. Вариант первый. У тебя нет технической возможности, потому что нет паспорта. Угу. Да? Вариант второй. У тебя есть долги перед... Нет. Это в широком смысле. Потому что тебе, так сказать, не хочется ехать снаружи. Потому что там хуже. Слушай, ну...
потому что тебя там ждет, не знаю, судебное преследование, потому что там плохая погода. Неважно почему, ты можешь не хотеть туда ехать. Я знаю, смотри, человека, наделенного правом голоса по этой нашей новой системе, значит, подаем, автоматически выдаем ему, значит, открепительное на голосование и одновременно с этим подаем его в международный розыск. Ну, то есть, а на территории своей страны мы его не ловим, то есть, пожалуйста, существуй. А ты зря смеешься? Правда? То есть, вот, ты проходишь, значит, эту процедуру, как это называется, инициации, так сказать, электоральной. Ты наделяешься правом голоса, у тебя выжигается где-то там, я не знаю, вот это право. Параллельно ты, ну, такая, это часть процедуры, ты подаешься в международный розыск и понимаешь, что, ну, все, старик. Слушай, тогда мы шагнули... Бессрочный, я подумал, причем... Нет, мы, тогда, стоп, мы здесь шагнули дальше. Мы, если Лукин сейчас говорит о том, что фальсификация выборов – это экстремизм, то мы шагнули дальше. Сами выборы – это и есть экстремизм. В этом смысле, да. Получается так. И не забывайте, что вот мы вспоминали там старинные, древние демократии, типа там афинских полисов. А вспомните, какое было одно из самых страшных, если не сказать, самое страшное наказание в той же Греции. Это был остракизм. Понимаете, в чем дело? И мы сейчас, посмотрите, мы сделали полный круг и по спирали вернулись к этому же остракизму. Ну, понимаешь, да? И самое страшное наказание есть для человека, который имеет право голосовать, это он. Она работает уже в нашей действительности. Осталось только долг перед Родиной приравнять к имущественному долгу. Потому что если у тебя долги, тебя на таможне не выпускают, если ты должен что-то приставам. А так у тебя долг перед Родиной... Вполне элегантная, элегантная, изящная трактовка. Да. Молодец. То есть мы приравниваем долг перед Родиной к долгу имущественному, и тебя приставы не выпускают в аэропорту за границу. Потому как, что такое долг как будто Родиной? Ни было. Ну, вот долг такой. Развивать ее, сделать лучше. Долг ответственности перед страной, сделать ее лучше. В этом смысле. Все, друзья, мы к теме обязательно вернемся. Просто нас ждут уже музыканты. Вот, к теме обязательно вернемся. Пока нам очевидно одно. Значит, вот возможность голосовать... Это, так сказать, не имманентное право, как нам всем кажется, и не привилегия. Это серьезная, тяжелая ответственность. Да, ответственность.